Вітаю вас в ефірі. Програма «Це вас хвилює». І сьогодні у нас у студії обласний дитячий імунолог Тетяна Оскіна. Вітаю вас. Шановні телеглядачі, хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. І якщо у вас є запитання до нашої гості, ви можете поставити їх за телефоном, який ви бачите на екрані. Час від часу він буде з'являтись, щоб вам нагадати його. А ми розпочинаємо нашу розмову. Тетяна Володимировна, ну, встреча наша сьогодні вызвана тем, что в Украине продлен третий тур вакцинации от полиомиелита. С чем это связано? Расскажите, пожалуйста, что такое этот третий тур и почему его продлили? Действительно, продлен третий тур до конца февраля. И связано это с тем, что в феврале была повышенная заболеваемость вирусными инфекциями и эпидемия гриппа. И в связи с этим продлили третий тур для того, чтобы смогли привиться против полиомиелита дети, которые в это время болели. Ну, раз уж вы упомянули о гриппе, давайте мы отвлечемся на секунду от полиомиелита. Какая ситуация у нас с гриппом? Как мы вообще пережили этот осенний-зимний период? Вот он уже практически заканчивается. Что у нас вот в области? Можно сказать действительно, что мы пережили первую волну гриппа. На сегодняшний день область вне пороговой заболеваемости, то есть заболеваемость стала значительно меньше. Остается у нас выше порога, это по существу один район, только Арбузинский район. Везде в основном заболеваемость снизилась. Но традиционно у нас вторая волна гриппа – это обычно конец февраля и март. Поэтому, конечно, нужно быть готовым к этому и обязательно профилактировать это заболевание. А как его можно профилактировать тогда? Какие можно вот принять меры, раз мы уже на пороге буквально следующей волны заболевания? Что можно делать? Ну, для того, чтобы не заболеть, естественно, надо вести здоровый образ жизни, гулять, здоровое питание, обязательно проветривать, как можно чаще проветривать помещение, обязательно мыть руки чаще и обязательно, когда приходишь с улицы. Если вы находитесь или едете в транспорте, или в магазинах, как можно меньше трогать поручни, дверные ручки и, приходя домой, мыть руки, конечно. А вот прием таких специфических препаратов противовирусных, как вы считаете, с целью профилактики, насколько они эффективны, или их надо принимать уже, когда вот заболевание наступило? Как вы советуете? Я считаю, что их надо принимать, когда уже наступило заболевание, потому что самая большая эффективность для них – это первые 5 дней от начала заболевания, и прием их надо начинать как можно раньше. Ни в коем случае нельзя назначать или заниматься самолечением, потому что если у вас поднимается температура и вы плохо себя чувствуете, то ничего, кроме жаропонижающего при высокой температуре выше 38,5 и достаточного количества жидкости не нужно принимать, потому что лечение назначает всегда доктор. А если нет возможности обратиться к врачу, если это, допустим, выходной день, праздничный, все равно... Если состояние вызывает тревогу, то у нас есть служба скорой помощи, которая в данной ситуации сможет вам помочь. Лечение как бы против гриппа, сам по себе грипп не страшен, но грипп страшен осложнениями. И вот эта волна гриппа отмечалась повышенной заболеваемостью, это постгриппозная пневмония, и в Украине было большое количество смертных случаев от постгриппозной пневмонии, больше 200. К счастью, наша область, у нас это прошло значительно легче. У нас погибло только 10 человек от постгриппозной пневмонии. Но все равно я так думаю, что в каждой семье это трагедия. И, скажем, профилактикой гриппа и осложнений против гриппа является, конечно, вакцинация. И если бы люди заранее привились против гриппа, то, возможно, бы все это прошло значительно легче и не было бы такого количества заболеваний. А когда нужно прививаться? Я так понимаю, что в этом сезоне уже, наверное, поздно, да? Когда нужно вакцинироваться от гриппа? Оптимальный вариант вакцинации против гриппа – это конец октября, ноябрь, возможно, еще декабрь месяц.
Но, в принципе, после вакцины защитный титр антител вырабатывается уже через 2 недели. Поэтому, скажем так, если эпидемия у нас началась в январе, да, то есть в середине января где-то, то еще и в начале января было не поздно. Сейчас тоже можно привиться против гриппа. Единственное, нужно вот эти 2 недели желательно исключить контакт с заболевшими людьми. Спасибо. Давайте вернемся к нашей основной теме. Сегодняшняя – это вакцинация от полиомиелита. С чем вообще она связана, вот проведение этой кампании в Украине и вот целых 3 тура? Вот почему так? Ну, хотела бы обратиться именно к тем телезрителям, которые имеют детей. Почему? Потому что полиомиелит это все-таки в большей степени поражает детское население и больше всего детей до 5 лет. Это такая самая группа риска для полиомиелита. Полиомиелит – тяжелое заболевание, которое вызывается вирусом полиомиелита и поражает двигательные вот эти невроны. И самое страшное, что развивается паралич нижних конечностей. И если идет восходящий тип, то паралич дыхательной мускулатуры и паралич сердечной мышцы. В самом тяжелом случае наступает смерть. Если паралитическая форма заболевания, то развивается инвалидность. И эта инвалидность, конечно, сохраняется на всю оставшуюся жизнь. И ничем уже помочь нельзя. Специфического лечения от полиомиелита не существует. Поэтому единственная научно доказанная профилактика – это только вакцинация. Что получилось у нас в Украине? У нас, к сожалению, на протяжении 5 лет снижался уровень титра антител, то есть охвата прививками населения. А с чем это было связано? Было связано с несколькими факторами. Было связано с тем, что недостаточно было количество вакцины. Было связано с антивакцинальным движением, появилось большое количество отказчиков. И все это привело к тому, что на середину 2015 года охват прививками у нас составил 15%. К сожалению, это настолько низкое количество, что, естественно, появились случаи заболевания. Это мы сейчас говорим конкретно об вот этой прививке от полиомиелита или вакцинации вообще? Это мы говорим конкретно от полиомиелита. И в июле 2015 года было 2 случая заболевания полиомиелитом в Закарпатье. И по Всемирной организации здравоохранения эти 2 случая уже расцениваются как вспышка. Вспышка в стране. И поэтому для того, чтобы ликвидировать вспышку, необходимо провести определенное количество, в частности, было решено 3 тура вакцинации против полиомиелита. Для чего это делается? Первое – это для того, чтобы максимально быстро повысить охват прививками, для того, чтобы с 15% стало 95%. Если будет население привито на 95% вспышки, то есть вот невозможно будет распространиться инфекции в окружающей среде. То есть не будет передачи от человека к человеку. И таким образом ликвидируется распространение вируса в окружающей среде. То есть это очень важно. С 2002 года Украина была свободна от полиомиелита. И в связи вот с этой вспышкой сейчас стоит вопрос. Если Украина пройдет все эти туры достойно, то есть наберет 95% охвата прививками, то мы остаемся свободной зоной без полиомиелита. Это очень важно для всех, для нас. Свободная зона? Свободная зона, то есть у нас
Нет случая полиомиелита ни одного, и у нас не высевается в сточных водах дикий полиовирус, и либо полиовирус мутированный. Вот у нас вспышка полиомиелита была связана с мутацией этого вируса. И этот вирус мог мутировать только в организме человека, который не имеет ни одной прививки. То есть мы сами пришли к этой ситуации, в которой мы оказались. Поэтому очень важно на сегодняшний день, может быть, кто-то еще сомневается, кто-то еще не сделал ни одной прививки против полиомиелита. Очень важно пойти к своему участковому педиатру или семейному врачу и получить эту прививку. Эту прививку можно получить по месту жительства, можно получить в школе, можно получить в детском саду. В любом месте. Если вдруг мама не захочет прививаться в детском коллективе, пожалуйста, она может лично пойти к врачу и привиться под, как-то, что называется, своим наблюдением. Какой возраст попадает вот под эту кампанию, этой вакцинации? В третьем туре прививаются дети с 2 месяцев до 10 лет. То есть в третьем туре подключились дети с 6 лет до 10 лет. Для того, чтобы максимально охватить детей вот той вот группы риска, так называемой, которая может быть подвержена развитию полиомиелита. Какой механизм вакцинации? Это что? Это инъекция? Это капли? Таблетки? Первое, значит, существует против полиомиелита несколько вакцин. Есть моновакцины, в которые входит только ослабленный вирус полиомиелита. Это живая так называемая вакцина, которая дается в капельках. Есть вакцина, моновакцина, опять-таки, так называемый инактивированный полиомиелит. Эта вакцина убитая, там нет живого вируса. И есть комбинированные вакцины, которые входят там коклюш, дифтерия, столбняк плюс полиомиелит. То есть в комплексе. На сегодняшний день, к сожалению, вот этой комбинированной вакцины в Украине нет. Но нам... По гуманитарной помощи была доставлена вакцина инактивированная, убитая, и вакцина в капельках живая, ослабленная. Те детки, которые вообще не получают, не имеют ни одной прививки, никогда в жизни не было, первую должны получить инактивированную, убитую вакцину укольчиком. И затем они вакцинируются через 14 дней, уже могут получить капли, и потом через 28 дней второй раз, и через 28 дней третий раз. Таким образом, все детки до 6 лет должны получить вот это 3 тура, трехкратно оральный полиомиелит. Почему это очень важно получить трехкратно? Потому что однократная дача полиомиелита дает защиту в кишечнике только на 30%. 30%, второй раз 60%, и третий раз это практически будет с 90% до 95%. Ребенок будет индивидуально защищен. Тот ребенок, который получает оральный полиомиелит, он выделяет в течение 60 дней, выделяет этот полиовирус вакцинальный в окружающую среду. Таким образом, он обсеменяет всех, с кем он общается, родителей, братиков, сестричек, школьных товарищей. И таким образом все окружающие тоже прививаются от него пассивным образом, тоже прививаются против полиомиелита. То есть это что значит? Можно привить одного ребенка в классе, этого было достаточно? Нет, этого не будет достаточно, но они все друг друга обсеменяют, и таким образом мы получаем создание вот такого коллективного иммунитета. Инактивированный полиомиелит, вот это убитое, она дает индивидуальную защиту только для себя. Оральные капельки, они дают для всех защиту, для всего общества, для всех детей. Таким образом, мы защищаем быстро и массово от полиомиелита. Вот эта вакцина, которую вы сказали, это гуманитарная помощь. Откуда мы ее получили, вот Украина? Что это за вакцина? Угу. Вакцина производства Франции, Sanofi Pasteur. Предприятие очень старое, очень заслуженное. И вакцина эта считается одна из самых лучших в мире вакцин. Кем считается? Всеми считается.
Это и Всемирная организация здравоохранения, и ЮНИСЕФ. То есть этой вакциной практически вакцинируется большинство стран Европы и мира. Своя вакцина есть только в Америке и в Японии. Все остальные прививаются вакцины, те, которые делают. У нас две очень большие компании. Это Sanofi Pasteur и GlaxoSmithKline. То есть Бельгия и Франция. Вот эти две компании, они по существу покрывают вакцинами весь мир. А, к сожалению, вот GlaxoSmithKline, компания Бельгия, она не делает ни оральный полимелит, ни инактивированный полимелит отдельно. Она занимается в основном комбинированными вакцинами, производством. Вот. Поэтому вот эта вакцина, которая была сделана во Франции и закуплена, она была на деньги Канады. Ее купила нам Канада. И учитывая наше состояние нашего коллективного иммунитета, низкое, и то, что нам эту вакцину подарили по существу, да, наша задача – взять ребенка за ручку, пойти и привить, и дать защиту своему ребенку, дать защиту в свою семью и защититься от полиомиелита. То есть не надо за это платить ни деньги, надо просто найти время и просто защитить своего ребенка от полиомиелита. То есть выполнить, я считаю, выполнить свой долг перед ребенком, перед государством. Какие условия для вакцинации? Что ребенок должен пройти какие-то обследования перед прививкой? Что нужно делать? Нет, никаких дополнительных обследований перед вакцинацией проходить не следует. Ребенок должен быть здоров по мнению папы и мамы. То есть родители... Если у него начинается какое-то заболевание, возможно, там инкубационный период, может быть, вот как-то можно это отследить? Ну, да, смотрите, на момент вакцинации ребенок должен быть здоров. Значит, это родитель подписывает, то есть есть информационное согласие на вакцинацию. И там первым вопросом стоит, на ваш взгляд, ваш ребенок здоров? Родитель пишет, да. Кроме того, что это субъективное мнение родителя, ребенку обязательно меряется температура, и его осматривает врач. То есть смотрятся слизистые горла, кожа, слушается. Обязательно. Каждого ребенка обязательно смотрит доктор. Вот. И доктор пишет свое заключение, здоров или нездоров ребенок. Если ребенок здоров, то есть субъективное мнение родителя, объективное мнение доктора, выставляется диагноз и дается разрешение на вакцинацию. Если доктора что-то смущает, там действительно серьезные какие-то изменения, там хрипы в легких, еще что-то, конечно, никто такого ребенка на вакцинацию не назначит. Если ребенок имеет незначительный насморк, незначительное покраснение горла, вакцинацию делать можно, потому что незначительные катаральные проявления не являются методоводом от вакцинации. Какие-то побочные вот эффекты от этой вакцинации? Вот многие родители, вы сказали про отказников. Чего вообще боятся родители? Почему отказываются от этой прививки и от вакцинации вообще в целом? Вот с чем связано это движение? Есть очень много так называемых мифов, связанных с вакцинацией. Но это очень большая тема. Мы ее сегодня не будем затрагивать. Что касается вакцинации от полиомиелита. Полиовакцина – это одна из самых легких вакцин, которые очень легко переносятся. Как говорят, она нереактогенная вакцина, не инактивированная и в том числе и оральная. Что может быть? Может быть, но это бывает крайне редко, это незначительный подъем температуры, какие-то катаральные проявления. Чаще, встречаются какие-то диспептические нарушение, то есть это может быть незначительное нарушение пищеварения, там понос, там даже не понос, а разжижение стула. И очень редко и единственным осложнением является вакцино-ассоциированный полиомиелит, ВАП так называемый. Частота его 1 на 2,5 миллиона вакцинированных.
И случается он только тогда, когда ребенок сразу получает оральные капли, то есть он не имеет вакцинации убитым, то есть не имеет укола. То есть нарушается схема вот этой вакцинации. Если, да, если нарушена схема. Хотя раньше у нас инактивированный полиомиелит, вот этот, у нас ввели только в 2006 году. До этого, начиная с 59 года и в Украине, и в бывшем Советском Союзе делали только капельки. Начинали с дрожжей таких конфеток, может быть, старшее поколение помнит. Я помню потом уже капельки. Потом перешли на капельки, и никаких уколов вообще не существовало. И все дети получали только капли. И никто не боялся вот этих вот вакцино-ассоциированных полиомиелитов, потому что это, ну, крайне редкое осложнение, которое вообще возможно, которое вообще может быть. Поэтому не нужно бояться, или я даже могу сказать, что нужно победить свой страх и обязательно защитить вашего ребенка от полиомиелита. Потому что это очень тяжелое заболевание, которое может испортить здоровье вашему ребенку, оставить его инвалидом на всю оставшуюся жизнь, может нарушить ваши планы, ваши семейные планы и на всю жизнь, и приковать его вот к креслу, к инвалидному креслу. То есть это очень страшно. Ученые посчитали, что одна капля, одна доза полиомиелита, то есть две капли, это 23 цента. Это всего лишь около 6 гривен. То есть насколько дешево стоит одна доза вакцины и насколько дорого потом можно будет заплатить за лечение и дальнейшую жизнь вот этого вот инвалида-ребенка. Татьяна Владимировна, у нас есть еще немножко времени. Хочу спросить, вот, ну, про полиомиелит мы поговорили, вакцины мы обеспечены. Что с другими прививками, с другими вакцинами? Вот некоторое время назад была в Николаеве проблема, что детей новорожденных не прививали от туберкулеза. К сожалению, эта проблема у нас осталась. Она вакцина как-то решается, БЦЖ, что вакцина делать? БЦЖ у нас нет, но эта проблема решается на верхнем уровне, поэтому как бы этот вопрос, к сожалению, не ко мне. Тут только мы ждем и надеемся, что этот вопрос будет решен. Какие советы можно дать родителям, у которых вот не привиты дети от туберкулеза? Насколько это вот, ну, жизненная такая необходимость прививаться немедленно после рождения? Вот что можно посоветовать им? Желательно с невакцинированными детьми не ездить в общественном транспорте, не ходить в помещение с большим, закрытые помещения с большим количеством народа, там, где могут быть больные туберкулезом, открытые формы туберкулеза. Если ребенок находится в благополучной семье и, в общем, там с ним никуда не ходит, то я так думаю, что тут бояться не стоит. Остальные прививки, вот, ну, вакцинации, по плану все идет? Как у нас вообще ситуация вот в области? На сегодняшний день у нас есть против полиомиелита вакцина, у нас есть вакцина корь, паротит, краснуха и против гепатита Б немного вакцины для новорожденных, во всяком случае, вакцина есть. Все остальное мы будем ждать в ближайшее время, в марте где-то обещают. Татьяна Владимировна, у нас есть еще буквально пару минут. Если вы хотите обратиться к нашим телезрителям, у вас есть такая возможность еще раз им напомнить о важности, необходимости вакцинации. Очень важно провакцинироваться против полиомиелита. Это единственная защита, и две капли могут спасти жизнь вашему ребенку. Я вам дякую за то, що знайшли час завітати до нашої студії. На все добре. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що в ефірі була програма «Це вас хвилює». Залишайтесь на телеканалі Миколаїв. Побачимось в ефірі.